Приветствую вас, Яна. Вот вы задаете вопрос о том, что вам делать. Хотелось бы, конечно, в первую очередь задать вам встречный вопрос. Что делать, чтобы что? Если, например, вы хотите, допустим, разобраться в своих чувствах к человеку, к людям, в частности. Вот. Это одно. А если вы хотите выстраивать отношения, более, скажем так, здоровым путем, это другое. Понимаете? То есть тут вот нужно определиться вам с тем, чего вы все-таки хотите для себя. Вот. Потому что, ну вот, так пока вообще непонятно. На самом деле. Что вам нужно? Дальше. Чтобы понять, какие у вас чувства к мужчине, давайте ответим себе на вопрос. Вопрос такой: как я его воспринимаю? Ну, то есть вот. Ну, мужчину. Что я хочу для него сделать? Для мужчины. Хочу ли я что-то для него делать? Либо мне от него нужно что-то. Вот. Вот это то, что вам нужно для себя выяснить. Это, собственно, то, что важно. Важно именно для понимания ситуации, вот, ну, с которой вы столкнулись. То же самое, в принципе, относится и к первому мужчине, с которым вы взаимодействовали. Потому что как-то слишком быстро, резко, я бы сказал, ваши чувства прошли к, ну, к нему, да? То есть вы за него оттолкнули вот второго человека, то есть, в общем-то, ну, сделали хороший поступок, правильный поступок, вот, но как-то быстро у вас чувства ушли, вот. Я вам не то чтобы не верю, да, я просто говорю о том, что природа чувств ваших к нему, ну, к мужчине, да, природа чувств нуждается в анализе. Вот.
И только тогда можно будет уже о чем-то говорить. Только тогда можно будет говорить о том, что вам делать. Вот. Если выяснится, что, например, если выяснится, что вы просто хотите чего-то от, ну, от своего молодого человека, от своих молодых людей вообще. Просто чего-то хотите от них. То в таком случае работать нужно над своей потребностной сферой. Вот. Если выяснится, что вы действительно хотите что-то делать для человека, скорее делать, нежели чем получать, то в таком случае я думаю, что просто можно будет немножечко поведение ваше подкорректировать. Вот. И, в принципе, все. Тут даже делать особо ничего не надо. Вот. Вы правильно делаете, что не влезаете в отношения, ну, к молодому человеку, да, потому что все-таки девочка появилась и так далее. Вот, я считаю, что это правильно. То, что вы делаете. Вот. Но нельзя забывать, на мой взгляд, и о себе самой, да, о том, что вы хотите, о том, что вам важно, вот, о том, что вам ценно. Вот. Нельзя забывать об этом. Поэтому не затягивайте с анализом поведения, да, не затягивайте с анализом своих поступков. Вот. Ни в коем случае не затягивайте анализом этого. И действуйте как можно быстрее. Ну, в этом смысле слова. Вот. То есть, ну, принимайте решение, старайтесь принять решение. Вот. А если не получается это сделать самостоятельно, да, то в таком случае психологи к вашим услугам. Вот. Мы вам поможем. Вот. Мы разрешим вашим противоречиям. Вот. Если таковое, ну, есть, если таковое будет. Вот. И, соответственно, вы сможете жить более свободно. Вот. Как это, опять же, представляется мне. Вот, понимаете, о чем идет речь, да? То есть здесь все напрямую зависит только от вас. Напрямую, только исключительно. Вот. Поэтому я полагаю, что вам нужно обратить внимание в первую очередь именно на означенные мной аспекты. Вот.
На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.